Пророчества Иисуса Христа были двоякого рода. Одни из них долженствовали исполниться в настоящей жизни, а другие сбудутся при самой кончине мира. Они взаимно подкрепляют себя и с великой силой доказывают истинность тех и других. Неясные слова я постараюсь объяснить примером. 12 учеников были спутниками Господа. Даже название церкви тогда еще не приходило никому на ум, потому что синагога еще находилась в цветущем состоянии, когда почти вся вселенная предана была нечестию. Что сказал и провозгласил Господь? На сем камне я содержу церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Рассматривай, как хочешь, это изречение, и увидишь истинность его в полном блеске. Не то одно удивительно, что он во всей вселенной устроил свою церковь, но и то, что сделал ее непреодолимую, и непреодолимую тогда, как она испытывает столько враждебных нападений. Слова «врата ада не одолеют» означают опасности, низводящие в ад. Видишь ли истину предсказания? Краткое изречение «создам церковь мою», но не пренебрегай его без внимания, и вникни в него умом, и представь, сколь великое дело наполнить всю землю под солнцем церквами, обратить столько племен, убедить народы, уничтожить отеческие обычаи, и исторгнуть укоренившуюся привычку, свергнуть и владычество, сладострастие и силу нечестия, как прах жертвенники, капища, идолов и их службы, бесчинные празднества и нечистые жертвоприношения, развеять, как дым, и воздвигнуть алтари истинному Богу повсюду в стране Римской, Персии, Скифии, в Мавритании и Индии. Что я говорю? Даже за пределами нашей Вселенной, ибо и Британские острова, лежащие за пределами моря, на самом океане, ощутили силы изречения Господня, и там воздвигнуты церкви и алтари. Это изречение, сказанное тогда Господом, теперь насаждено во всех душах и находится во всех устах. Вся, так сказать, земля, наполненная тернием, очистилась, сделалась чистой нивой и приняла семена благочестия. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Везде нужны нам дела, а не уверение на словах, потому что говорить и обещать всякому легко, а сделать не так легко. К чему я это говорю? А к тому, что теперь много людей, которые говорят, что они боятся Бога и любят Его, а делами показывают противное. Но Бог требует любви, являемой в делах. Потому и ученикам сказал: «Если любите меня, соблюдете мои заповеди». Так как он сказал: «Если чего попросите, я то сделаю». Но то, чтобы не подумали они, что довольно только просить, он приступил: «Если любите меня», то есть в этом случае «сотворю». А как ученики, услышав «я к Отцу иду», Иоанна 14 глава, естественно, пришли в смущение. То он говорит, что любовь состоит не в том, не в этом, не настоящем смущении, а в повиновении словам его. «Я дал вам заповедь, чтобы вы любили друг друга. Вы также поступали друг с другом, как я поступаю с вами». Любовь в том и состоит, чтобы исполнять это и подражать тому, кого любим. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Опять речь приспособительна. Так как ученики еще не знали его, и потому, естественно, сильно желали быть вместе с ним, слышать его речи, видеть его во плоти, и ни в чем не находили для себя утешения,
скорбя о его отшествии. То, что он говорит, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, то есть иного, такого же, как я. Когда он очистил и жертвую, тогда и снизошел Дух Святой. А почему он не пришел в то время, когда Христос был с ними? Потому что не была еще принесена жертва. Когда уже и грех был истреблен, и апостолы, получив повеление идти на опасности, готовились к борьбе, тогда надлежало прийти тому, кто укрепляет на подвиги. Для чего же Дух приходит не тотчас по воскресенье, а для того, чтобы апостолы сильнее возжелали Его и приняли с большей любовью. Аминь. Аминь.